очередная хотелка из Китая. Набор. Готовая плата. Ну, вот так вот она выглядит. Это для повышения напряжения. То есть сюда вход, здесь выход. В принципе, стоит такое в районе до 200 рублей. Можно найти и за 50, и за 100. По идее, должна быть нормальная. На две батарейки 18650 аккумулятора можно собрать довольно-таки неплохую схему для тестов, для чего-то там, для чего нужно 12-24 вольта, в принципе. В общем, как-то так. Когда она мне будет очень сильно необходима, можно распечатать, ну и, соответственно, попробовать. Заказать можно по ссылке в описании.